Большое спасибо. У нас получается такой странный тур. Он, конечно, должен был быть совсем другим. Мы начали его в Москве. Сыграли два концерта. Далее мы должны были, конечно, ехать по России. Но вы знаете, что началась война. Он получил свое продолжение в Европе. То есть он растянулся во времени, он получил свое продолжение в Европе спустя полгода. Теперь спустя еще даже больше, чем полгода, получается, месяцев 9-7. Через 7 месяцев Рига, Алматы. Это странный тур, нетипичный совсем, но мы живем в странное время, согласитесь. И следующая песня, она, наверное, самая главная в этом, несмотря на то, что тур посвящен новому альбому. Следующая песня, она главная в этом туре, и мы ни при каких обстоятельствах, конечно, ее из этого тура не выкинем. Стреляйте, я всего лишь робкий шаг, всего лишь тихий вздох перед остановкой. Не смотрите, эти шрамы не про вас, не для ваших грустных глаз. Не стреляйте в этой комнате, любовь, раздетая любовь, вы неосторожны. Не просите, я боюсь не удержать ваши руки.